Дорогие друзья, разговор, который мы вам сегодня покажем, мы снимали несколько лет назад. Разговор этот состоялся потому, что на нашем канале мы показали фильм о дружбе двух городов – Куйбышева и Старозагоры. И одна из телезрительниц узнала в кадрах кинохроники свою маму – Лидию Алексеевну Шувалову. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».